О преславнее язык славянских учителей и просветителей, святей равноапостольный Мефодий Кирилле, к вам, яко чадо, к отцам, святом учении и письмен ваших просвещения и вере Христовой наставлении, ныне усердно прибегаем и сокрушение сердец наших молимся. Аще бы и завет ваших, яко чадо непокоривое, не соблюдохом и о угождении Богу, яко же учисть небрегохом и от единомыслия и любви, и уже славену, яко братьям вере и по плоти, добре завещаете, от подохом обаче, як уже древле в житии вашем, неблагодарных и недостойных не отвращасти чьи, но благими, зазвая воздавасти, так и ныне грешных, недостойных чад ваших, молитву не отвратите. Но яко вели и мощи дерзновения ко Господу, прилежно ко Богу молите, да наставит и обратит нас на путь спасения, распри же и раздоры посреди единоверной братьей возникающей умереть. Отпадшие паки в единомыслие приведет, и всех нас единением Духа и любви воедини, святей соборной апостольской церкви соединит. Вем, Бог, вем, яко много может молитва праведника ко благосердию владыки, аще и грешных людях приносимо бывает. Не оставить либо нас, унылых недостойных чад ваших, и же грех ради паства ваша, вами собранное, враждою разделяемое и соблазны ты, наверное, прельщаемо, умолись, опты же я словесно рассеваемы, от волков мысленных восхищаются. Дадите оба нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческое предание добре сохраним, уставы и обычаи церковные верно соблюдать и почимся, всяких лжеучений странных отбежим, и так в житии благоугодним, на земли преспевающие, жизни райской на небеси сподобимся, и там мы с вами вкупе, владыку всех, Троице единого Бога прославим, во веки веков. Аминь.